Так точно, по крайней правой полосе два пешехода на середине проезжей части. На оживленных пешеходных переходах нашего города начали появляться мобильные комплексы фото- и видеофиксации участников дорожного движения. Один из таких сегодня был установлен на перекрестке улиц Советских Пограничников и Гагарина. Буквально через час новый метод показал свою эффективность. Всего за несколько минут выявлено более десятка нарушений. Почему вы нарушаете правила? Это же все-таки пешеходы, жизни людей. Видите, случайно не заметил. И шли в полосе, и бусы это. Он притормозил, а я только потом заметил, что... Ну, может, будете задумываться? Ну, так работаю в такси, все-таки задумываюсь. Вслед за вчерашней страшной аварией, когда под колеса КамАЗа попала 13-летняя девочка, сегодняшнее утро в областном центре началось с наезда на пешехода. И в этом случае пострадавшим оказался подросток, которого на улице Лиможа сбил легковой автомобиль. В связи с участившимися случаями наезда на пешеходов, весь личный состав госавтоинспекции перешел на усиленный вариант несения службы. В утреннее и вечернее время на основных пешеходных переходах нашего города будут находиться сотрудники госавтоинспекции, которые будут также пресекать факты нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов. К тому же также было принято решение на пешеходных переходах, а именно на проезжей части, вне зависимости от полос движения 1, 2, либо 4, в тех местах, где транспортное средство физически может превысить скорость движения, будут укладываться спящие полицейские. С начала 2014 года на дорогах Гродненщины произошло 6 ДТП с участием пешеходов, в которых 3 человека погибли и 5 получили травмы. Последствия таких аварий заставляют госавтоинспекцию по-новому смотреть на методы и способы борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Видеоконтролю подвергнутся самые аварийные пешеходные переходы областного центра. Ежегодно десятки камер будут выставляться в разных местах нашего города. Евгения Филиппова, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости. Гродно плюс.